Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 19 січня – водохреща. Як правильно підготуватися до занурення в ополонку? Сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в ефірі телеканалу «Відкритий» пані директор Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру Лідія Дукач. Лідія, я вас вітаю. Дійсно, напередодні водохреща у багатьох виникає таке питання – пірнати чи не пірнати. Як ви, як лікар, можете прокоментувати безпечність такого заходу для людського організму? Дійсно, у нас существует такая традиция, она уже длится несколько тысячелетий, скорее всего, потому что нырять в холодную воду есть обычаи еще с древних языческих времен. И древние греки, и древние египтяне, и очень древние люди все ныряли в холодную воду, отмечали при этом улучшение самочувствия. И вот теперь эта традиция вошла в христианскую веру, и 19 января, извините, в нашей стране отмечается Крещение Господне, и поэтому окунание в воду является вроде как обязательным для всех верующих людей. И к ним присоединяется очень много людей, которым интересна эта традиция, которые эту традицию уважают, ее поддерживают. Я бы хотела обратить внимание на особенности водохреща или крещения в этом году. Мы имеем дело с крещением впервые в период пандемии. Период разгара очень тяжелого инфекционного заболевания, которое очень тесно связано с переохлаждением организма. Поэтому прежде чем идти на водохреще, идти нырять в холодную воду, много раз подумайте. Я обращаюсь особенно к лицам старше 65 лет. Это категория людей, которые уже к такому возрасту имеют определенный букет заболеваний, определенные изменения в организме, связанные с возрастом, и поэтому окунаться без подготовки в холодную воду таким людям очень нежелательно. Я не могу сказать, что это запрещено, потому что это добрая воля каждого человека, но нужно очень много подумать. Присоединиться к вирусной инфекции на фоне переохлаждения организма очень легко. И тот ковид, который сейчас в нашем обществе и вообще на всей планете, очень легко может присоединиться и дать тяжелое осложнение. Хочу еще предупредить тех, кто перенес ковид и перенес ковид, инфекцию ковида в виде пневмонии. После перенесенной пневмонии нельзя переохлаждать организм в течение 6 месяцев. Поэтому если у вас до сих пор сохранились остаточные явления после перенесенного заболевания, или вы переболели в течение 4-5 месяцев тому, то нежелательно окунаться и подвергать свой организм тяжелым последствиям. А также нельзя окунаться, категорически, как врач, могу это вам посоветовать, нельзя окунаться тем лицам, у которых есть заболевания головного мозга и заболевания сосудов головного мозга, заболевания сердца и сосудов сердца. Дело в том, что окунание в холодную воду вызывает сразу же спазм сосудов и резкий приток крови к сердцу, и спазм сосуда головного мозга. Если этот спазм присоединится на те изменения сосудов, которые имеются у человека, то легко в течение 24 часов после окунания заработать инсульт или инфаркт. Тем, у кого есть ишемическая болезнь сердца и уже был перенесен и инфаркт или приступы нарушения ритма сердца, категорически запрещено окунаться в холодную воду без подготовки, потому что это может вызвать приступ аритмии, что может закончиться печально. Но если вы имеете тяжелые заболевания и потихонечку с лета начали подготовку к окунанию в холодную воду, то вам ничего не грозит. Наш организм очень сбалансированная система и может привыкнуть к любым изменениям. И даже тяжело больные люди могут выйти из тяжелого состояния, если потихонечку готовят организм к физическим нагрузкам или к температурным изменениям. Реакция на температурные изменения заложена в наши рефлексы от природы. Потому что, в общем-то, мы произошли с древнейших времен, и в то время люди еще не знали обогрева, кроме естественного обогрева тела. И вот температурная реакция на внешнее воздействие – это часть нашего, скажем так, гомеостаза природного. И можно заставить работать эту реакцию в положительную сторону, увеличивая устойчивость организма к изменениям температуры, увеличивая иммунитет, заставляя организм сопротивляться неблагоприятным воздействиям внешней среды через постепенную подготовку или тренировку, подготовку к холодным условиям. Если вы начали закаляться с лета, то окунание 19 января ничего плохого для вашего организма не сделает. К
тому перечню, что я сказала, еще нужно добавить те отклонения в состоянии здоровья, которые нежелательно, при которых нежелательно окунаться однократно в году 19 января. Это еще гипертоническая болезнь или гипотоническая болезнь, тяжелые заболевания нервной системы, заболевания спинного мозга, тяжелые травмы, тяжелые степени поражения суставов, ревматоидные заболевания, психические заболевания, неподготовленные дети младшего возраста и лица старше, неподготовленные лица старше 65 лет и любые заболевания в стадии обострения, а также в течение 2 недель после заболевания, которые сопровождались температурой тела свыше 38 градусов. Дякую за відповідь. Ви неодноразово сказали за підготовку, ми ще до неї повернемось. А я хочу поки що продовжити саме тему протипоказань. Скажіть, будь ласка, люди з цукровим діабетом, наприклад, є от інформація, що вони теж попадають під ризик, і їм краще не пірнати в ополонку. Тим, у кого сахарний діабет зайшов дуже далеко, це, к сожалению, заболевання современной цивилизации распространено очень широко. Повышенное содержание сахара крови приводит к тому, что изменяется качество стенки сосудов, как мелкого калибра сосудов, так и крупного калибра. И вот эти вот изменения в реакции сосудов, сначала резкий спазм, а потом расширение, могут привести к тяжелым последствиям. Поэтому если люди с сахарным диабетом не подготовлены, не закалены, им нельзя окунаться, это может привести к тяжелым последствиям. Ну і тоді повертаючись вже до підготовки, знову ж таки, готуватися з літа, або як правильно це робити, аби потім все ж таки 19 числа пірнути в холодну воду. Є якісь рекомендації? Привичка к закалюванню – це замечательне свойство організму. Це просто здорово. Це одне з безплатних, високоефективних средств, при яких можна досягнути дуже високого качества життя. Люди, которые регулярно в течение года закаливаются, они меньше болеют, и они ведут активный образ жизни. Смотрите, что происходит с организмом во время окунания в холодную воду или обливания холодной водой. Резкий спазм сосудов кожи приводит к выбросу в кровь очень многих веществ в организме. Больше 104 веществ выбрасывается в кровь, которые резко изменяют тонус сосудов и резко повышают тонус всего организма. Начнем с самых известных. Это адреналин и гормоны коры надпочечников, кортикостероиды так называемые. Это те препараты, которые врачи применяют для лечения инфекционных заболеваний и тяжелых хронических заболеваний. И вот если они периодически будут выбрасываться в организм при регулярных таких тренировках, то их уровень в организме естественным образом будет чуть-чуть выше, чем у всех остальных людей. И поэтому риск заболеть или риск перейти заболеванию в хроническую стадию будет значительно меньше. Кроме того, кроме таких вот веществ, адреналин, норадреналин, кортикостероиды, выбрасываются еще так называемые эндорфины, дофамины, дофаминоподобные вещества, которые являются внутренними гормонами радости, как мы их называем. Это вещества, которые обладают обезболивающим действием в организме, повышают тонус коры головного мозга и повышают тонус мускулатуры. То есть человек начинает себя чувствовать бодро и хорошо. Если вы кого-нибудь спросите, кто вот окунулся, потом выходит, они даже не хотят одеваться, даже в очень холодную погоду, потому что повышается тонус организма, начинают блестеть глаза, и жизнь кажется прекрасной. Если так регулярно поступать с организмом каждый день, он к этому привыкает, и степень устойчивости к низким температурам повышается. Закаливание лучше всего начинать с лета. Летом тоже можно обливаться холодной водой, но даже в жару можно закаливаться, не вытираться. Когда капли воды или влаги испаряются с поверхности кожи, они ее охлаждают. Это приводит к локальному, к местному реакции местных сосудов кожи, которые, продолжаясь каждый день, потихонечку, капли за каплей, повышают устойчивость организма к холоду. Если вы привыкнете дома, приняв душ, утренний или вечерний, после купания из ванны выйти и не вытираться, высыхать естественным образом, вы сами заметите, как вы легче будете переносить холодную температуру. Если вы помните, приезжая летом с моря, очень многие говорят, что нам жарко в городе, потому что вот это мы на пляже, купание в море, потом выходишь на пляж, не вытираясь, загораешь на солнце, это и есть способ закаливания. Возвращаясь в жаркую атмосферу города, где температура воздуха значительно выше, чем на побережье моря, мы чувствуем жару, потому что наша кожа уже привыкла к более низким температурам. Вот такие простые методы. Можно обливаться прохладной водой в ванне, можно заканчивать мытье в душе холодным душем.
И если вы эти процедуры будете делать ежедневно, то вы почувствуете, как насколько изменился тонус вашего организма. Не нужно пить кофе по утрам, потому что вы будете вставать бодрыми. Не нужно будет пить многие лекарства для повышения тонуса или поднятия артериального давления. Достаточно будет принять прохладный душ. То есть это совсем не обязательные и не тяжелые меры для закаливания организма, но дающие очень хороший природный эффект. Очень важно это делать ежедневно. Если вы это делаете хотя бы 2-3 раза в неделю, это не приводит к закаливанию организма. Организм успевает за сутки, за двое восстановиться до исходного уровня, и тогда эффекта закаливания не накапливается в организме. Поэтому уже если вы решили закаляться, то делайте это каждый день, понемножку. Достаточно закончить обычный гигиенический душ холодной струей воды. Дякую за відповідь. Повертаючись до водохреща, є якісь поради, можливо, правила чи навіть інструкції, як пірнати правильно, як правильно занурюватися, скільки це має тривати по часу, чи можна занурюватися з головою? Очень спасибо вам за очень правильные вопросы, потому что все равно людей не остановишь. Некоторые идут за компанию потом купаются. Тогда нужно соблюдать определенный ряд правильных условий. Первое. Возьмите с собой коврик изоляционный из пенополиуретана, любой коврик, на который вы можете встать, когда выходите из полыньи, из холодной воды, для того, чтобы не переохлаждались стопы ног. Это будет профилактика простудных заболеваний. Второе. Нужно одеться в очень легкую, но теплую одежду. Для того, чтобы после купания можно было сразу же тепло одеться. И очень важное условие – не употреблять алкоголь ни до купания, ни после купания. Дело в том, что алкоголь действует на организм, на сосуды в нашем организме в две фазы. Первая фаза – алкоголь вызывает спазм сосудов. И вторая фаза – расслабление сосудов. Поэтому, если накладывается спазм от холода и спазм от алкоголя, это может привести к беде в организме или к резкому ухудшению состояния здоровья. Скажем так, у лиц старше 60 или 50, даже 5 лет, это может вызвать приступ аритмии, потому что спазм касается спазма из сосудов головного мозга, из сосудов сердца. Вторая фаза алкоголя, резкое расширение сосудов, приводит к тому, что люди становятся вялыми и им хочется спать. Вот эта фаза, если накладывается на период, когда нужно окунаться, вызывает диссонанс в организме человека. То есть реакция на холод – спазм, а тут химическими веществами сосуды заставляются быть раскрытыми, широкими. Организм не знает, что ему делать, и возникают очень тяжелые последствия после этого. Еще одно условие – желательно не окунаться с головой. Дело в том, что сосуды кожи головы очень тесно связаны с внутричерепным кровообращением. Даже в костном покрове нашего черепа, в костях черепа, в теменной кости, височной кости, затылочной кости имеются так называемые диплоидические вены, соединяющие кровообращение кожи головы и кровообращение внутри черепа, то есть внутричерепное кровообращение, кровообращение головного мозга. Вот если вызывается спазм сосудов кожи головы, это передается на спазм сосудов внутри черепа, на спазм сосудов головного мозга. Это тоже очень неблагоприятно сказывается на самочувствии. Могут возникнуть изменения остроты зрения, звон в ушах. Это плохие предвестники, поэтому этого нежелательно делать, если вы не подготовлены, если не закалены, как в секции моржей. Люди, которые регулярно плавают, окунаются, у них такого не возникает. После того, как вы вышли из полыни, находиться в полынье лучше всего от 2 до 10 секунд людям, которые не закалены. Оптимальное время 5 секунд. Окунулись и выскочили. Не успеют возникнуть сильного переохлаждения организма. Мы все знаем, что организм наш, даже переохладившись на 2-3 градуса, дает очень потом тяжелые последствия. Температура тела в 32 градуса уже это экстремальное состояние, которое требует реанимационных мероприятий. И смерть наступает, когда тело охлаждается до 24 градусов. Поэтому быстро окунуться и быстро выскочить – это будет очень полезно, хорошо при определенном психологическом настрое. Когда вы идете купаться, у вас должно быть желание искупаться. Это не должно быть из-под палки, это не должно быть принудительно, а это должно быть так, чтобы вы хотели испытать то ощущение, которое
предвидит холодная вода. Потому люди, которые выходят, становятся красными и очень веселыми. Вот эта веселость определена теми гормонами, которые выбрасываются в организме. И эти гормоны играют очень такую смешную роль. Сначала возникает эйфория, а затем немножечко состояние, которое требует выпить что-нибудь горячее. Поэтому мы берем с собой на купание и горячий чай. Желательно взять с собой горячий чай, а не кофе, так как кофе дает резкое расширение сосудов. Кофеин в кофе, он в большом количестве содержится и действует быстрее, чем кофеин чая. Это очень интересно, потому что в чае кофеина на самом деле больше, чем в кофе. Но кофеин связан с веществами, содержащимися в чае, поэтому он высвобождается в нашем организме постепенно. То есть если мы выпиваем чашку чая и чашку кофе, то эффект действия от крепкого чая гораздо длительнее, чем эффект действия от чашки кофе. Поэтому чай гораздо приятнее. Вытереться насухо, взять с собой полотенце и одеться в теплую одежду. Желательно сразу одевать, раздеваясь перед полыньей, сначала снимать с себя, оголять нижнюю часть тела, а затем верхнюю часть тела для того, чтобы успели адаптироваться легкие. Если мы сразу раздеваемся сверху вниз, то у нас дольше открыта грудная клетка. Переохлаждение грудной клетки вызывает большее переохлаждение организма, чем переохлаждение ног. Поэтому желательно раздеваться с ног, а затем уже снимать верхнюю часть тела. А одеваться наоборот. Одеваем шапку, одеваем корпус, одеваем верхнюю часть тела, одеваем потом носки и одеваем брюки или что, во что вы там теплое одеты. Дякую. Будь ласка, запитання є? Що ж, тоді дякую вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили з пані директоркою Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру Лідією Дукач. Ще раз дуже вдячні вам за всі ваші відповіді. Говорили про водохреще, як правильно підготуватися до занурення в ополонку. Усі відповіді та рекомендації від лікаря ви почули. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.